Рахат? Да. Привет, Мухтар Аган. Салем. Как дела? Заебись. Да, видим. Ну, рядом где-то. С прибытием. Нашего полку прибыло, как говорится, да? Ты где, в Вене постоянно? Нет. А? Нового ничего нет. Нового ничего нет, да? Я прилетел из Москвы. Из Москвы. Я сначала прилетел из Астаны в Москву, потом из Москвы прилетел накануне, за 2 дня до этих событий, прилетел в Лондон. А там, в смысле... Вообще, как рекомендуешь в этой ситуации бороться? Мне, в частности. Ты-то уже... Надо с этими работать. Я через это уже сказал человека. А, с теми? А вот... одни, там одни есть, эти американцы и англичане. Они работают вместе со спецслужбами, с этими, с разными. С правительством, с конгрессом. Угу. И в США, и в этом. А, просто нужно по договору с ними и все, да? Да, с ними договоры, все официально. Но они всех вытащат. В смысле, они тебе дадут заранее, ты будешь знать их движение все. Ага. В смысле, даже переписку. А, вот так вот, да? Да. А, ну хорошо, я на них выйду. Переписку потом. А вот это, слушай, вот там вот по Казагит, по всем делам, там много разговоров с Айхо. Ты там каким-то образом помогаешь американской стороне, да? Конечно. Ага. Слушай, а может вместе поработаем по каким-то материалам совместно? Ну а что ты, что там? Я не знаю там, но подача... с этими тоже можно работать. Ты же напрямую не будешь работать, там нужно адвоката какого-то там, американского. Через него надо действовать. Не, я имею в виду вот какие-то материалы, там, допустим, я бы запускал, да? Ну, с ними вот это ты можешь обговорить это все. А, они это как раз тоже делают, да? Ну, они все делают. Слушай, но они тебе все равно нужны без этого. Я думаю, что с тобой-то все равно торговля какая-то идет. Ты знаешь, торговля-то идет. Через кого-то ведется же там торговля. Не, там видишь как, это те же самые люди, наверное, что и там с тобой, наверное, общаются, наверное, или общались, скажем так. Приезжает там, ну да. Ну что, теперь ты за него что, теперь будешь это, возвращаться, что ли? Нет, конечно. Это же неправильно. Нет, возвращаться я не буду. Не надо возвращаться. Ну, я просто не ожидал, меня так поймал. В смысле, как говорится, врасплох. Ну, все. Я не думал, что такое. Ну, и все врасплох. На самом деле, я понятно понимал, что это может быть. Слушай, а мы можем эти какие-то факты по этому поводу вытащить, пусть даже, ну, не прямые, там, какие-то? У тебя есть какие-то доказательства от этого? Ну, найду. Найдешь? Просто мне, видишь, это очень важно вот для этого получения, вот, ну, я-то... Статус... Ты что, политическое берешь? Ну, пока будет. Ну, куда он ездил? Он в Италию съездил, за него вступалась эта госсекретарь. Ага. Олбрайт встретил. За тебя будет встретить американцами? Олбрайт, ой, кто там? Хиллари будет вступаться? Ну, не знаю, надо разговаривать. Но тоже есть вопрос. Вопросы есть все-таки, наверное, да? Не, вопросы какого плана? Просто они стопроцентную гарантию мне не дают. Это что? То есть мы, короче, все будем не выездные, да, я так понимаю? Просто нам надо правильно поделиться материалами и это самое, координировать там. Ты, допустим, условно там, я здесь, еще где-нибудь там, в 3-4 странах. И запарить его исками. Надо вот эти, там, где он куда приезжает, там протесты надо делать. Акции протеста, да? Много, там не надо много, там 5-10 человек протест. А он что-то переживает, переживает, да? Да, нервирует. А, вот так вот. А ты там... Просто, чтобы с такими... Я организовал. Организовал, да? Да. А ты в каких городах организовывал, в странах? Будапеште. Ага. Организовал. Ага. Даже в Сирии. Ну, такие варианты можно. Все равно через Америку же надо действовать. Угу. А ты с собой что, американцы как они?
Не, у меня, видишь, с администрацией... Они соскакивают сразу. Не, у меня с администрацией вот Буша, с ними такие постоянные контакты достаточно хорошие были. Ну и с Кандализой. Кандализой, Мэтью, там вот вся эта команда. А из старых вот демократов, ну видишь, они сейчас не при власти, вот Олбрайт были контакты. Вот, довольно много контактов было. Но вот с новой администрацией я еще с ними не выстраивал отношения. У тебя есть там контакты с ними? Ну, вот через этих есть. А, через тех ребят, да? Да. Угу. Ну, а американцы вообще что, как будет, вообще какая политика у них будет относительно Казахстана? Да и лучше. Использовать ситуацию? Давление использовать. Видишь, мне нужны такие серьезные материалы, чтобы, ну понятно, текущий там все будет, мне нужны серьезные материалы, которые там, может быть, твою книгу, кстати говоря, ее там показывать, фотографии, архивы, то все. Слушай, а вот у тебя есть какие-то материалы, может слепить какой-то фильм документальный, еще что-то? У меня, в принципе, канал готов, просто я сейчас набираю массу материалов. Не надо его сразу травить. А как? Его поэтапно надо. Не надо сразу там шат грязи кинуть. Надо, чтобы людям интересно. Ну да. Чтобы он привлекал, чтобы аудиторию завоевать. Ну я не знаю, тут против себя лишь. А. Не давать им надо возможности. Ага. Они ж слушают тебя. Ну да, наверное, да. Этот скайп, они англичане слушают скайп. Ага. Без проблем. Центр у них тут, в Англии. Ага. В смысле, давать им возможность не нужно. Они тебя точно разрабатывают. Это как пить, да? Угу. И с ними надо какой-то контакт тебе организовать. Да, уже начал я. Ну, с ними там как разведка. Угу. Внешняя разведка. MI6, MI5. Угу. Ясно. Но с ними надо контакты устанавливать. Потому что они должны в курсе быть твоих проблем. Да, в курсе уже. Ну вот с этими я тебе что говорил, эти люди. С ними не из-за того, что если хочешь воспользоваться, воспользуйся. Угу. Я думаю, не пожалеешь. Ладно. Слушай, а с тобой вот как контакт поддерживать? Ты же понимаешь, что там бесполезно бодаться. Это я понимаю, да, что бесполезно. Чего там бороться? Надо наоборот сейчас шумиху поднять, что я не признаю этот суд и все. Все, что он на меня, это делается. Отзови у этого, как его? Адвоката, да? Адвоката. Угу. Да, его все равно никуда и не пускает его. Ни материалов нет, ничего. Тем более, все отзывай. В связи с тем, что его не пускают, отзывай. Угу. А потом, чтобы его за уши не притянули в суд. Угу. Хорошо, понял, да. Это хороший совет. Хороший совет. Ага. Вот это ты обязательно вытащи, потому что ты сейчас будешь, у тебя адвокаты будут строить задачу, что суд в Казахстане не соответствует, что Казахстан не подписал европейскую конвенцию. Не хартия, а европейские по правам человека. Mm-hmm. Соглашение, что ли? Ну понятно. Соглашение. Да. Uh-huh. Россия подписала. Слушай, а вот они там не пытались твои деньги арестовать и так далее. Там же вот этот Иорданец, кто он там, это Ахмед, да, или как его? Я так понимаю. Не пытались арестовать твои деньги? Заморозить, да. Заморозить активы и так далее. Да. Пытались, да? А ты встречи не пытался их арестовать? Нет. А как ты можешь их арестовать? Ты не сможешь это арестовать. Как ты можешь их арестовать? В суд только, когда есть решение суда будет. Нет, суд подавать, встречный суд. Его разблокировать? Не, они тебя не пытались свои счета арестовать? Ну пытались, ну и что? Mm. Меня проверились. В Австрии проверили, например, полностью. У меня решение суда есть австрийского, что проверили меня, что
у меня деньги чистые. Угу. У меня заморожены были счета месяц. А было такое, да? Да. Потому что очень легко закрыть твои счета по европейскому законодательству. Угу. Если они тебе отмывание денег, вот это все будет. Слушай, а если там в Казахстане поймут, что мы там о чем-то с тобой договорились, там совместно действовать начинаем, как у них реакция? Ну, дергаться. Дергаться будет. Ну, тебе да, там, оппозиция тебе это, орден за большой вклад. Да, оппозиция? Ты же знаешь, что это за оппозиция? Знаю, конечно. Я специально потом, я же не хотел их трогать вообще. Ага. Не трогал же их. Ну, ладно, кукарекать. Ну а кто? Кто у нас в оппозиции представляет? Никто не представляет реально. Никто же не представляет, что. Ну потом поговорим, давай, у меня сейчас делать. Ладно. Если ты в скайпе будешь, я потом давай поговорим. Ладно, хорошо. Ага, ну давай.